Привет, сразу откроем страницу рандом и определим победителя в акции от интернет-магазина в костюме. В этой акции принял участие 957 человек, они разместились на 12 страницах. Это мы вводим на независимый сайт генерации чисел random.org. Получаем результат 10, открываем 10 страницу, видим здесь участников от номера 721 до участника под номером 800. Получаем результат 722. Находим этого участника. Проверяем критерии акции. Друзей больше чем 50. Фотографий должно быть не менее 3. Фотографий как раз 3, самый минимум. Но это будет достаточно. Смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до даты начала акции. Мы ее не пропустим. Запись также присутствует. Смотрим, вступил ли Анастасия в группу спонсора. Да, Анастасия вступила в эту группу. Она является победителем этой акции. Я ее поздравляю. Прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Призариум. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем, спасибо, пока.